мама? Мам, привет, чё звонишь? Сынок, ты руки помыл? Ну, мам, я уже большой. Все на руки помой, ты. В школу отправлю тебя. Мам, ну какая школа? Я же вырос. Сколько это уже будет продолжаться? Делай уроки, немедленно. Ну-ка, быстро съел всю свою кашу. А то на улицу не пойдешь, и чипсов тебе не вязать. Перестань, шоколад, и так пищи уже пошли. Лучше матери своей на огородах помогать. Лейтенант Маслов на связи. Прием, прием, говорит полковник Алексеев. Лейтенант Маслов, почему телефон отключили? Вам мама звонит. Егорушка, а яблоко это было не гнилое? Как же это все задолбало! Безмамск? О! Хорошо, что мама не видит. Ищу чистую одежду. Очень болит зуб. Меняю суп на мороженое. Ищу маму. Кто-то маму потерял. Ух ты! Ням. Вот это да, вот это жизнь. Хот-дог, пончик, конфеты, эклеры. Официант! А ну-ка мне сладкого! Мам-мам. Вкусно. Мам. Ой. Что же с ним может случиться такого, что он на трубку не отвечает? Так, сейчас мы вас быстро вылечим. Так, где у меня штука такая интересненькая? Ты что кричишь, сынок? Папа! Какой у тебя папа? Два наряда вне очереди за сон на посту. Есть два наряда вне очереди, товарищ полковник. Алло! Привет, сынуля! Мы тут с мамой думаем в санаторий тебя отправить. С командованием я договорюсь. Да помыл я руки.